Всем привет, мои дорогие! Бегу на море. Вчера у меня не получилось снять встречу Али. Почему? Потому что у меня начался вебинар. Я как зашла 7:30, а он 9:30 уже ушел. Так что вот так вот я не поухаживала за гостем. Но они пообщались, мужчины давно не виделись, год. Поговорили, так что у меня был очень серьезный вебинар. И ничего не поснимала. Ну и естественно, Али еще не уедет. Может, я его приглашу, чтобы приготовлю вкусное. И обязательно вам покажу, его познакомлю. Да, он изменился, он поправился. Я даже его не разглядывала, мне некогда было. Он так неожиданно, спонтанно позвонил, но у каждого человека есть свой план, да, планируешь ты что-то там делать. И трудно подстроиться, все бросить, когда это очень важно, что-то запланировано. Так что нужно жизнь планировать. Ну, а я побежала на море. Там спортсменка сегодня йогу сделала на балконе. Ну, на той стороне, где спальня, очень жарко, солнечно. Я только слушала, с почти закрытыми глазами делала. Солнце так пекло. Думала, я вчера легла, кстати, в 3:00 ночи, 3:45. И проснулась сегодня 7:30. Настолько я люблю йогу, что я не представляю уже свою жизнь без нее. Вчера писала пост, подвожу итоги за 21 год, май месяц. Можете почитать, что, сколько много чего я делала. Так что вот, всего вам хорошего. Побежала я на море. Ну вот, мои дорогие, я собираюсь уже домой. Отдохнула, так хорошо время провела. 28 градусов по камере. 10:00 утра. Часик достаточно. 1,5 часа даже сегодня. На набережной уже никого нет. Велосипедисты вон едут на русскоязычные. Да, наши русскоязычные поехали. Я везде наших вижу. Со Шкемом хочу на велосипедах, где, ой, все не хватает у нас времени. Когда что-нибудь захочешь, и время найдешь, и все. Там сидят рыбаки. Почему-то так захотелось кушать, проголодалась. Но я с утра, знаете, привыкла, что или банан, кофе растворимое, и надолго мне хватает. Сегодня я пойду, покажу вам другую улицу. Другую улочку покажу вам. Что-то хочется, сама не знаю. У вас бывает такое, когда что-то хочется, а сама не знаешь. Я знаете, что захотела? Пирожков с картошкой. У меня дома нет муки, специально, чтобы я не готовила тесто. Но у меня такое желание поесть один пирожок с картошкой. Картошки-то ей, картошка есть. Вообще нам надо купить сегодня мясные продукты, у нас осталось уже мало. И может, Ашкима отправлю, он сегодня закупится. Тогда я что покупали мы. Крылышки, бедрышки остались. Женщина какая молодец. Идет. Я, например, не рискну
я иду, смотрю, на меня так смотрят. Конечно, будет смотреть, потому что я забыла про маску. Расслабилась, хотя масочный режим не отменяли. Но Эндер сказал мне, что маску разрешают не носить, когда вокруг тебя никого нет. Слава Богу. То есть это не обязаловка, если никого нет, то нужно ее носить. Слава Богу. Сейчас надо ее просто надеть на руку, чтобы не было никаких проблем. Воду люблю из стеклянной посуды. Во-первых, она вкуснее, ну, когда нет никакой посуды, и пластиковая тоже. Как мы делаем? Одеваем на руку. Очки можно уже убрать. Вот такой вот купил он мне, но немножко грубоватый. Сегодня у меня такое видео. Релакс, кайф. Так мне не хватает мне моих детей, внуков. Надеюсь, что скоро я их увижу. Я заметила, что вот это кафе, внутри какие-то движения, видно, его открыли. Остальное пока все закрыто. Пройдем, понаблюдаем, как привели в порядок эти кафе. Такие красивые, красочные, яркие, посмотрите. Уже все открывалось, слава Богу. Жизнь возвращается в Мерси. Так мне понравился этот дом. Смотрите, впереди на первом этаже все для мангала. Такой аккуратненький, чистенький. И дворик хороший. Сито. Красивое сито. Столько цветов там дальше. Ну, а это следующая улица. Такой дом оригинальный. Раньше Эндер говорил, что здесь были летние дома. Потом уже стали люди, перебрались на постоянное жительство. Наконец-то за наш пляж взялись. Делают ремонтные работы. Посмотрите, где же я буду купаться. Все супер делают. Молодцы, ребята. Молодцы. Я уверена, что скоро поставят зонтики. Не все так плохо. Но где же мне пойти купаться? Думаю, мне же туда и обратно, да? Так вот трудится народ, во благо народа. Море сегодня замечательное, я пойду где-нибудь и искупаюсь. Мне только туда и обратно. А что? А там уже, видите, поставили лежаки. Ну, придется сегодня мне без душа. Не буду я же идти по всему пляжу. Туда и обратно. Вон красавец. Твара такая. И с мамой пришел. Маму привел. Маму. Пойду я туда, наверное. Чтоб трактор меня не переехал. А может, он уже закончил здесь, да? Как вы думаете, закончил? Мне что, надо искупаться только. Много места. И вот женщина там тоже такая же, как я, любительница моря. Сейчас такое время, кстати, уже время сколько? 9 часов. После 9 местное население убегает, сидит по домам. Ну, а я здесь расположусь. Чё мне? А? Трактор аж в море уходит, смотрите. Ну все, дорогие мои, пошла я купаться. Этот тракторист меня вызвал с моря. Я только вошла в море, а он тут на мои вещи. И сейчас за 2 минуты испарился, пока я отошла еще дальше. Короче говоря, куда ушла?
Он вроде бы разровнял там берег этот, и все. Боже мой, пошла я обратно. Конечно, меня нету, никого здесь нет, кроме меня и одной женщины сидит. Смотрят на нас, как эти аборигены. Аборигены, все, пошла купаться. Я нахожусь в настоящем раю. Люди стали приходить, когда я стала возвращаться. Посижу чуть-чуть здесь, со своими мыслями. Посижу, погружусь в свои мысли. Ой, попью водички. Какое блаженство, друзья мои. Такая классная беседка. Обалдеть. Ноги все в песке. Сейчас почищу. И пойду домой. Такой купальник, такого цвета хочу купальник. Не жизнь, а малина. Спасибо Богу и Вселенной. Вот такой завтрак я приготовила Ашкему. Столько у меня вдохновления. Картошку жарила почти без жира. Каплю оливкового масла. Это сырники. Сырники, почему? Потому что лаваш с сыром. Вот, черри-помидорчики, сырочек. Все, пошла кормить его. А вот и я, друзья мои. Друзья, сегодня день Венеры, любви и исполнения желаний. И мне сегодня... что-то привезли. Ну, посмотрите, сколько я уже рисунков дорисовала. Видите? Вся в делах, сижу, занимаюсь. И вдруг звоночек, и пришла ко мне хорошая новость. Сейчас все по порядку объясню. Значит, у меня есть очень хорошая знакомая, моя подписчица на YouTube, которая тоже купила квартиру в Мерсине. И она приезжает часто сюда и спрашивают меня, что мне привезти. В тот раз она мне лекарства привезла, я уже вам рассказывала. А сейчас я ей попросила у нее, чтобы она мне привезла вот такую книгу. Потому что конфет уже хватит, мне уже есть конфет, заказывать конфет. Привезла вот такую книгу «Достижение максимума» Брайан Трейси. Я прочитала аудио, но обязательно хочу прочитать своими глазками. И привезла мне 100 таблеток угля. Почему? Потому что уголь понижает холестерин, если его принимать курсом. И я сейчас хочу пролечить моего мужа. Так что вот, вот такие новости. Сейчас я с книжкой. Ну, короче, у меня и так дело. Дофига и больше. Сижу, читаю, рисую, разговариваю. Бизнес, бизнес. Сейчас у нас осталось очень мало дней до конца промоушена. И... поэтому очень много у меня работы. И вы тоже присоединяйтесь. Неужели не хотите зарабатывать бабки? Ну ладно. Сейчас я буду заниматься, продолжать свои дела. Ну а с вами хотела поделиться вот такой новостью. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь моим каналом с вашими друзьями, чтобы все... чтобы больше людей заряжались от меня позитивом. Только позитив на моем канале. Только позитив. Кто со мной, ставьте лайки. Кто-то сегодня пришел ко мне в гости, сделал мне сюрприз. Сейчас я вам покажу. Так все неожиданно. Orada diyor, bu kişi diyor yani kafasına silah dayanmış bir şekilde diyor şey okuyor diyor. Mecbur diyor ya. Sen okumaz mısın diyor Julie. Kim okumaz diyor. Çünkü neticede diyor adam öldürecek diyor. Orada da bir mermin başında diyor. Брат, сестра, он разговаривает. Мне же некогда рассказывать. Мои дорогие, посмотрите, кто пришел к нам, вы уже видели. Она так неожиданно пришла, у меня же в 3 часа, а у нас ужин же 5-6. А? Как она хочет разговаривать. А, сенин Абида кырмызы панжар ийер артык. О да севе, дема? Севди? Мысалы, кюфтеи бөле алып, ичине де салата,
Koy gibi ha. Evet şey olur işte köfte. Ekmek arası köfte. Tuz yaptım ben hatırlamıyorum. Не помню, соль сделала. О, тузлу му? Туз истерся? Да, пирамид. Ну, в общем, вот так вот принимаю я. Мы не кушать не будем, чай выпьем, потому что мы еще нам рано кушать. О, все. Харика. Харика. Она сылсенна и шнева арсенин. Валла, бенде, эйвен ичинде иште. Фильм издеем. Фильм? Телезондан. Vakit geçiyor. Komşudan geliyor. Denize neden gitmiyorsun? Denize. Daha üşür. Benim mevsimim daha Temmuz, Ağustos. 2 ay var. 2 ay sonra girerim ben. Sıcak su. Şuradan Özlem yüzme biliyor muymuş? Biliyor. Biliyor mu Özlem? Kim öğretti? Yengem. Говорит, плавать умеет, да, говорит. Yok, izliyorsun diye. Sen fark edemedin mi? Hiç fark etmedim. Nasıl fark? Говорит, ты не поняла, что ты научилась? Нет, говорит. Yani biraz daha şey yapsaydın. Ha. Hadi her sabah, her sabah. Ayaştan kayalıklardan aşağı atacaksın, o zaman anlarsın. Yüzük. Aşkım aynı yaptı. Ayla ayakları. Подняла, kaldırdı. Kaldırdı? Gördün mü sen ayaklarını? Она не помнит, научилась она или нет. Какая сладкая. Чок татлый сына. İşte heyecanlanırsan ölürsün. Afiyet olsun canım benim. Ne yaptığını bilmiyor musun? Denizde heyecanlanmayacağız. Sürpriz moy. Özlem nagnala apetit, и я вот у меня сегодня такой обед. Зеленая чечевица, отварная грудинка и салат. Они ни в коем случае не едят на второй-третий день еду. Но я буду есть, я не капризная. Так спонтанно сели на этот стол. С обеда мы перешли плавно на... Вы давно не видели, поэтому я вам ее показываю. Перешли на чаепитие. Ой, узлемчик. Энис Соля Бершей, сенин ютубер аркадашлар, и санат чок, селям диорлар. Бенда унара селям едиорам. Олан эвде, ятио. Спит, говорит. Окул олмады ичен. Бенда бираздан калкарам. Сынашкам, селям да соли, привет. Привет. Ой, ашки. Ой, ашки, вот. Ölmedik, yaşıyoruz. Neden denize gitmiyorsun sabah? Почему на море не ходишь утром? Sabahleyin. Посмотрите, не любит. Bak aşkım, ben sana da söylüyorum, sen de git. Girdin mi denize abi? Bir kere girdim. Ya şimdi buradaki deniz... Турки сюда не ходят. Говорит, это море грязное. Незаман Эрдемли китичес. Вот он говорит, что говорит, турки не ходят, потому что говорит, из-за этой речки вся идет грязь в море. Ашкин, сабахлин йок писли, пис, Денис. Некадар темтемис. Tertemiz ve temtemiz. Şimdi kirletmiş giren çok oluyordu. Tabii ben Nisan ayında görüyordum girenleri. Kadın yaşıyor mu diye geldim sonuçta. Evet, любят вас смотреть, сын. Видеодан sonra yaşadım öyle. Seviyorlar izlemi. Rассказывают про TikTok. Sonra merak etmişler. Перешли на фрукты. Скоро Азлим уходит. Немножко отдохнет, она идет. Как хорошо мы сидим. Daha şey giymeyi düşünmüyorsun değil mi diyordun? Evde giyiyordun. Dışarı çıkarttın mı? Ramazan da öyle. Мой муж говорит, не снимай, говорит, сейчас на видео у тебя прозрачная блузка. Дома-то можно? Я говорю, не беспокойся, нельзя. А она говорит, что Энис тоже уже следит за ней, что она одевает. Ой, так хорошо сидим. Хоть что-то какое-то разнообразие в моей жизни. Дашки? Да. Все, да. Bak yarasa çiçeği. Değil mi? Yarasa gibi aynı. Bu da kocaman olmuş. Ben bunun sarısını çok seviyorum. Sarısı yoksa. Sarı, pembe. Pembe de güzel. Bu yaprağı güzel. Hı hı. Bunun adı. Bu avokado.
Kazalar var. Şu da çok değişik bir şey. Hı hı. Aa, bak bu da kırmızısı. Ama bunun şeyini, saksısını değiştir sonra. Sonra değiştireceğim. Küçük, değil mi? Harika, şu çok. Burada da çiçek var bak. Evet. Pemben de varmış işte. Pembe, kırmızı. Sadece saksı. Burada bak sen. Biber. Ha, gördüm. İsot. У нас бибер есть, перец. Бахча варда. Она всегда любит смотреть мои цветы.